Добрый день, уважаемые участники Всеукраинской конференции по эпитерапии. Я Елкин Виктор, представитель компании «Медок». Отдельная благодарность академику Тихонову Александру Ивановичу за приглашение. Я сегодня вам расскажу, выступлю с темой «Пчелино-маточное молочко. Натуральный эффективный иммуномодулятор для детей. Результаты клинического исследования». Мы уже больше 9 лет занимаемся продажей продуктов пчеловодства на украинском рынке и столкнулись с определенной проблемой. К нам приходят покупатели, хотят лечиться продуктами пчеловодства, вот, читают книги, слушают пчеловодов заслуженных, хорошо понимают, что продукты пчеловодства работают, лечатся этими продуктами пчеловодства, но подтверждений из официальных источников, официальной медицины, нет, ну мы не нашли, по крайней мере. Вот, и мы приняли решение провести официальное клиническое исследование для того, чтобы медицина подтвердила, что действительно продукты пчеловодства и конкретно король продуктов пчеловодства, маточное молочко, действительно действует, действительно работает. Вот. Провели клиническое исследование. Да, нам задают вопросы, особенно родители, которые приходят, можно ли давать маточное молочко детям. Для того, чтобы уверенно и со всей ответственностью отвечать на этот вопрос, было и проведено, собственно говоря, клиническое исследование. Его целью было изучение эффективности лиофилизированного маточного молочка в комплексном лечении отдельных форм хронических токсикозных расстройств у детей. Это так называемые тики. Раньше мы думали, что тики связаны с проблемами с нервной системой. Как оказалось, это ослабленный иммунитет и прогрессирующие гербивирусные инфекции в организме ребенка. Местом проведения клинического исследования был Институт неврологии, психиатрии и наркологии Национальной академии медицинских наук Украины, который находится в городе Харькове. Руководителем исследования была танцора Людмила Николаевна, которая является заведующим отдела детской психоневрологии и пароксизмальных состояний, доктор медицинских наук. К сожалению, она сегодня не смогла прийти и сама лично рассказать об этом исследовании. Период проведения с июня по август 2016 года. И участвовало в этом исследовании 34 ребенка в возрасте от 6 до 10 лет. Естественно, с разрешения и с ведома родителей. Диагноз у этих детей был хронические токсикозные расстройства с наличием активной герпевирусной инфекции. Данные заболевания от 1 до 5 лет. Причинами заболевания были частые длительные респираторные инфекции, патологии при беременности, родах, острый хронический стресс, наследственность и черепно-мозговые травмы. Какая же терапия проводилась во время этого исследования? Это были комплексы разнообразных комбинаций седативных препаратов, транквилизаторы, нейролептики, кстати, в достаточно высоких дозах и длительно, антибиотики и противосудорожные препараты. Однако родители детей отмечали отсутствие стабильного положительного эффекта, частые срывы, а в части случаев обратный эффект в виде ухудшения состояния после отмены лечения у своих детей. Было две группы. Опять я еще раз повторяю, это было с разрешения родителей. Одна группа, помимо основного лечения, применяла маточное молочко, лиофилизированное торговой марки «Медок», а вторая находилась на стандартном лечении, назначенном врачами. Вот группа А – это сочетание противовирусных препаратов, иммуномодулирующего лечения с лиофилизированным маточным молочком, и группа В – просто противовирусные препараты, которые обычно назначаются при данном лечении. Для удобства хранения и употребления было назначено лиофилизированное маточное молочко в форме капсул весом 350 мг. Коротко скажу, что это натуральное маточное молочко, которое было высушено в вакууме путем заморозки при температуре минус 30 градусов на протяжении 24 часов и сохранило высокую биологическую активность. Лиофилизированное маточное молочко применялось по одной капсуле два раза в день в течение одного месяца. На этой таблице показана динамика
которую нам предоставила танцора Людмила Николаевна, позитивно выраженные изменения были, ну, здесь ярко видно, 21 ребенок из группы, в которой применялось маточное молочко, яркий, позитивно выраженный эффект, 2 без улучшения. В группе, в которой не давалось маточное молочко, всего 3 человека из группы имели позитивный, позитивно выраженный эффект, и аж 8 человек без улучшения. Результаты исследования. Еще раз повторю, это не наши выводы, это выводы официальных медиков. Включение в схему лечения лиофилизированного маточного молочка торговой марки Медок не вызвало каких-либо нежелательных эффектов, то есть было безопасным, способствовало улучшению общего состояния детей и активности, их активности и работоспособности. Большинство обследованных детей – это 19 детей группы А, что составляет 82,6% от общего количества, которым давалось маточное молочко. В дальнейшем наблюдались врачами отдела детской психоневрологии. Таким образом была прослежена динамика их состояния. Течение патологического процесса было различным, однако следует отметить, что при осмотре, проведенном через 6 месяцев после проведенного курса лечения, родители 11 детей данной группы, а это 57,9%, отмечали заметное, более чем в 2 раза, снижение частоты респираторных заболеваний у пациентов. Таким образом, есть основания предполагать продолжительный иммуномодулирующий эффект от проведенного лечения. Ну и выводы. Применение лиофилизированного маточного молочка торговой марки Медок в комплексном лечении детей с хроническими токсикозными расстройствами способствовало улучшению состояния в виде исчезновения или заметного уменьшения проявлений заболевания в 91,3% случаев. Улучшение было стойким и держалось в течение всего периода наблюдения. Побочных эффектов при применении маточного молочка не наблюдалось. Лиофилизированное маточное молочко торговой марки Медок показало высокую эффективность и безопасность и может широко использоваться в детском возрасте, в том числе в комплексном лечении детей, страдающих токсикозными гиперкинезами. Это выводы, которые были написаны Людмилой Николаевной. Вот на последнем слайде показан украинский вестник психоневрологии, который выпускает Институт психиатрии. И в томе 25, выпуск 2 за 2017 год есть полностью напечатанная статья о результатах этого клинического исследования на 14 страницах, где подробно описано, что проверялось, какие показатели были до исследования, какие показатели во время, после, какие выводы, полностью все подробно. Если кому-то из вас интересно, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, она будет на следующем слайде. Я сброшу текст этой статьи полностью, и вы сможете самостоятельно убедиться, что официальная медицина подтвердила действенность, высокую действенность маточного молочка. Вот мой контент. Спасибо за внимание. Прошу вопросы.